Казанском федеральном университете открыта фотовыставка профессора Гришина Якова Яковлевича. С наступлением весны заслуженный деятель культуры Республики Татарстан решил представить фотографии пейзажей, увидев красоту мгновения. Именно такое название стало по душе фотографу. Случайно получился снимок. Я даже не ожидал. Ехал с зятем на машине и увидел. Это, знаете, в сторону Пестрецов дорога. И вот мы с этой дороги съехали. Я вот это на закате солнца это увидел. И говорю: Дима, остановись. Вот мгновение нужно поймать. И вот это мгновение как раз и здесь присутствовало. Вот отсюда и получился такой снимок. На фотографиях можно заметить, что нет ни одного названия. У зрителей появилась возможность самим именовать то или иное фото. Если вот будете смотреть, кто-то смотрел, если какой-то из этих фото затронет вашу душу и сердце, я буду очень счастлив о том, что я вам что-то подарил интересное, красивое. Елизавета Евтифеева, Евгений Максимов, Универ Ньюс.